Крупнейшая немецкая биржевая организация Deutsche Börse изучает возможность запуска фьючерсов на биткоине. Компания проводит исследования новых активов, в том числе и цифровых денег, оценивает преимущества и недостатки использования их в собственной работе. Планируется, что новый формат фьючерсов позволит защитить инвестиции клиентов биржи в биткоин и заработать на разнице его курса по сравнению с другими цифровыми активами. Если биржа доведет начинание до конца и выпустит фьючерсы на биткоины, то Германия станет первой европейской страной, выпустившей фьючерсы на цифровую валюту.